Доброй раніцы, у эфиру информационная программа «Репортер» у студии Маргарита Шубукова. Сегодня в Гомеле пройдет международная конференция по питаниях применения сучасных подходов у нейрохирургии. Опроша обмену опытом у программе, проведение майстер-классов и наведывание отделения хирургии позвоночника. Его открытие отбылось напередодні у Гомельской областной клинической больницы. По словам медика, отделение отповедает самым строгим сусветным потребованиям. С новыми достижениями отечественной медицины ознакомился Олег Сенцюров. Гомельская областная клиническая больница – самая великая у регионе шматпрофильная лечебно-профилактичная установа. До этого часу тут працевали 23 специализованные отделения для детей и дорослых. Теперь открылось еще одно – хирургия позвоночника. Этой подеи тут чекали давно. Ранее пациенту с травмами позвоночника приходилось везти у Минск, а этот час очень необходимый для вартования. Справа в том, что при травмах позвоночника высокие шансы выжить у людей, яким хирургичная допомога оказана максимально худко. Еще один плюс Гомельской отделения, сучасное медицинское обсталевание и, как выник, применение самых передовых технологий. Выделились новые технологии, появились новые методики, совершенно другой подход к лечению повреждений позвоночника, совершенно другой подход к лечению заболеваний. В этом году на приобщение материально-техничной базы установ оховы здоровья в Гомельской области накировано больше 200 миллиардов рублей. Практично десятая частка этих сродков укладена у створение и оснащение обсталеванием отделения хирургии позвоночника. До речи, о перспективе тут планують займаться экспортом послуг. Ничего аналогичного у ближайших регионах России и Украины нема, а тому есть подставы мерковать, что послуги отделения окажутся запотребованными и у наших соседей. Хоть першочерговая увага все ж таки жихарам Беларуси, причем одночасово хирургическим вмешательством, тут пропонуют еще и комплекс реабилитационных мероприятий. Люди, у которых есть проблемы с позвоночником, добро ведают, насколько это важно. И психологическая реабилитация, здесь и медицинская, и социальная, и физическая. Тут все элементы задействованы. То есть человек должен пройти определенный путь, чтобы или восстановиться полностью, или найти себя в новых условиях жизни. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Информационно-пропагандистская группа Гомельского горвыконкама на чале со старшиней Петром Кирышенком наведала меблевую фабрику «Прогресс». Представники городских уладов ознакомились со станом справ на предприемстве, побывали на вытворших участках и выступили перед працовным коллективом. На предприемстве, которое выпускает мягкую кухонную меблю, сегодня заняты 650 человек. Вытворшие могутности загружены цалком. Фабрика працует 2 смены 5 дней в тидень. Ассортимент вырабов налишивает свыше 50 одинок. Не глядя на некоторое скорошение объемов поставок у России, у целом география экспорта поширается. До прикладу, недавно началась отгрузка мебли у Казахстан. Утримливаться на плаву допомагает техничное переоснащение, которое ведется постоянно. Предприятие немножко перевооружилось, прошла модернизация, появилось новое оборудование, станки. Ассортимент изменился, устойчиво работает. Несколько показателей ухудшились по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, я вижу, что и по уровню заработной платы, по уровню складских запасов, по прибыльности это предприятие вполне успешное. По часу встречи с коллективом меблевой фабрики, керовник города рассказал об основных выниках социально-экономичного развития Гомеля, а так само отказал на питание работников. А с нагоды Дня пожилых людей доброчинную акцию организовали супрацовники Гомельского областного объединения профсоюзов. И они наведали дом-интернат для состарелых и инвалидов Шубина, який находится в Ветковском районе. Зарад позитиву и бадерости, теплые веншования и подарунки отримали люди, которые проживают у социальной установе. С подробностями Дмитрий Котов. Дом-интернат для состарелых и инвалидов Шубина існує больше за чверть стагодия. Зараз у им проживает больше, как 100 человек. Для их тут створены комфортные умовы для полновартостного ладу життя. Есть махчимости для творчей реализации. Однако для людей, которые у сталом узросте застались одни, головным является увага. Наши старики жаждут внимания. В основном мы всем обеспечены и продуктами питания, и постельными, и что вроде бы как положено, но внимание еще никому бы не помешало. То есть зачастую это брошенные люди, своими родственниками, забытыми. Поэтому вот лишнее внимание никогда не мешает. Такие поездки областное объединение профсоюза распочало в 2011 году. У доме-интернате шановных гостей завсёды шакают с особливым нетерпением. Для пожилых людей увага и макшимость погуторить, як глоток поветра, який протягивает життё. У холле дома-интерната усім рушают подарунки, а тих, кто не смог прийти, наведу.
беседуют у их покоях. Наши профсоюзные организации области закреплены за домами-интернатами и посещают их не только в день пожилых людей, но уже стало доброй традицией посещать их и другие праздничные дни, и даже будни. Кроме того, что привозят для них сладкие подарки, многие отраслевые организации приезжают в дома-интернаты с концертами, привозят по их заказам посуду, либо какие-то еще там другие предметы, те, которые необходимы для проживающих в домах-интернатах. Такие встречи проходят в утульной сябровской атмосфере. Тут завсёды весело и позитивно обмерковывают самые разные темы – гучить смех. И при развитании жихары установы выказывают пожелание убачить своих гостей, як мага худшей. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. У Гомельским областным драмтеатре открылся новый театральный сезон. Глядачов вырашили зацікавить французским гумором. Поколь глядачи знаходились у чакання театральной интриги, про ее доведались наши корреспонденты. Гомельский областный драматичный театр сустракает 77-й театральный сезон. Открывая его премьера – постановка французской комедии «У двух деяниях мою жонку зовут Марис». Труппе театра хотелось открыть сезон легко и пригоже, поветрено по-французску. Тому выбор пал на пикантный микс потешных ситуаций французского автора-сучасника Рафи Шарта. Сама пьеса, она в достаточной мере жесткая, то есть мне ее пришлось достаточно сильно переработать для того, чтобы она стала, что ли, легче и изящнее вот на наш славянский вкус и соотносясь с нашим славянским менталитетом, с нашими славянскими ценностями. Гэтая постановка с перапрананиями и выкрытиями у Беларуси прошла упершиню. Комедия згуртавала на одной сцене ведущих актеров Аблдрамтеатра и театральную молодь. Тут готовы показывать драматичные творы с нечаканных ракурсов. Навод у форме пястоты, бо не варто занадто серьезно ставиться до життя. Яно только театр, причем у французским стиле. Планируется и классика, и, как я говорила, спектакль для детей, и зарубежная классика. Сейчас мы работаем и над современными пьесами. То есть у нас нет одной такой четкой, допустим, классической репертуарной линии или четкой там линии в плане комедии. Нет. Здесь учитываются вкусы всех зрителей. У театра налажена зворотная сувязь с глядачами про занкетование. Сегодня такая праца допомагает больше доведаться про густы и пироваги театралов. Что тычется гастролей, коллектив театра ведет активные перемовы у этом накерунку. Зусим недавно гомельская трупа побывала у Витебску и уже на гомельской сцене чакая витебских актеров. А кроме этого, свою работу протягнет и музычно-театральный салон. Сочите за афишами, бо 2-3 раза на месяц у холле театра будут проходить тематичные вечеры у сопровождения музычных коллективов. Юлия Брысовец, Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сувязи часов просвечена обменная музейная выстава «Минулое Гомеля у особых». Экспозиция открылась в музее редкой книги Гомельской областной библиотеки имя Ленина. Тут представлены семейные фотографии гомельчан 100-годовой давнины, альбомы с репродукциями и раритетные экспонаты. Экскурсы в минулое тут проводят часто. По репродукциях с видами Гомеля можно просочить, как изменился город за стагодие, как отбылось перетворение с памятного города Могилевской губернии у центр в области. 100 годов тому колькость жихару Гомеля складала всего около 25 тысяч человек. Экспонаты, которые представлены на выставе, належали представникам городской интеллигенции. На тот час она складалась всего из нескольких десятков семей. Например, тут можно найти газовую лампу, цукорницу и нож для разрезания паперы. А еще тут находится великая книга об Гомельской области, у которой иллюстрованы основные вехи развития региона у опошнее стагодие. Самой яркой частью нашей экспозиции являются фотографии того периода, сделанные в фотосалонах Гомеля того, конца 19-го, начала 20 века. Также еще наиболее интересные экспонаты – это денежные единицы того периода. Социализация про спорт. У Гомеля распочалась 9-я открытая областная спартакиада сярод инвалидов. Сёлета спаборницы собрали 120 человек из всей области. Старт мероприемства дали на стадионе «Промень». Протяг темы у наступном сюжете.
Для гэтых людзей кожны новы дзень дасягнення. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі і з неабмежаванай воляй да перамогі і жыцця. Пад дэвізам «Пераадолець сябе» у абласным цэнтры праходзіць штогадовая спартакіяда інвалідаў. У праграме настольны тэніс, бег, дартс, шашкі, шахматы, а таксама гонкі на інвалідных калясках. Яны, дарэчы, праводзяцца на прафесійным узроўні ў сусветным маштабе, аднак патрабуюць спецыяльнай і дарагой тэхнікі. Але на гэтых спаборніцтвах спартыўнае дасягненне не галоўнае. Больш важным з'яўляецца тое, што яны дазваляюць інвалідам вести здоровый лад життя, самореализовываться и адаптоваться в громадстве. Самая главная цель этого мероприятия – это общение инвалидов с друг другом. Потому что они дома сидят одни, так, а это все-таки круг людей, общаются, заботят, вернее, спрашивают о здоровье своем, о благополучии. Вот это и эти соревнования – являются самыми главными среди инвалидов. История спаборництва почалася 9 годов тому. За гэты час повеличился и спис удельников, и пералик видов спорту. Для прикладу, у минулом годе цікавасть до спартакиады проявили 15 громадских организаций в области. У гэтым уже больше за 20. Я участвовал в легкой атлетике, дартс. Я понял, что нужно заниматься, не сидеть дома и продолжать. В дальнейшем со спортом. Все меняется, конечно. Я рад, что больше молодежи участвует. Вот это меня радует. Я сам сторонник того, чтобы молодежь привлекать наших инвалидов. Спартакіяда сярод інвалідаў сёння праводзіцца толькі ў трох абласцях краіны. Напрыканцы кастрычніка ў Мінску пройдзе пасяджэнне прэзідыума цэнтральнага праўлення Беларускага таварыства інвалідаў. Дэлегацыя з Гомеля вынесе на разгляд пытанне аб прыцягненні да ўдзелу ў спартакіядзе ўсіх абласцей і стварэнні рэспубліканскага этапа. Ганна Кавалёва, Алеся Рузянкова, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель. І на гэтым пакуль усё. За развіццём падзей сачыце па нашых выпусках. А я з вамі развітваюся. До повышения.